Всем привет, я уже в аэропорту. Вот. Жду, когда уже можно, когда будет посадка. Вот, я погуляла по duty free. Вот цены там, конечно, нереальные. Пустой аэропорт, никого нет. Не, ну люди есть, в смысле самолетов нет. Вот, я лечу из Жироны. Не из Барселоны, а из Жироны. Вот, люди тут сидят, ждут. Я хочу к окну пойти, посмотреть. Так, все тихо, спокойно в аэропорту. Сейчас, смотрите, вообще ничего и никого. Ой, пойти, что ли, в duty-free погулять. Еще посмотреть, что там есть. Что я так посмотрела, если честно, цены там, конечно, очень большие. Намного дороже, нежели просто покупать в магазине. Все, меня пропустили. Так что иду на самолет. Я все хочу запечатлеть, так как первый раз. Не знаю, куда идти, то со всеми. Я буду лететь на розовом самолете. На розовом. Вот тут опять очередь стоит. Надеюсь, тут можно снимать. Я так потихушку снимаю. Идем в самолет. Так, надо по зебре идти, по правилам. Ладно, никто по правилам, я пойду быстрее. Ой, какой он большой. Идем. У нас даже инвалид с нами. Вот там пилот. Все, я села в самолет, мне повезло, я сегодня сижу возле окошечка. У Києві нас чекає чудова погода, температура в Києві зараз 11 градусів вище за нуль. Прошу вас розповісти зручніше за хвилину, розпочнемо обсервування та запис наших дзвонів. І дозвольте нагадати, що паління суворо заборонено на борту нашого літака з метою вашої безпеки. Дякую за увагу, бажаю приємного польоту. Так, треба виключати телефон. Дякую. Let me introduce my colleagues. Anna will be walking with me at the front. Christina and Alexander will take Кажу на аварійні виходи. In the event of an evacuation flow, level lighting will have guided to the emergency exit. Будь ласка, запам'ятайте, найближче до вас аварійний вихід, маючи на увазі, що він може бути за вами. Please take a moment to look at the exit nearest to you and keep in mind that it may be behind you. Нам показывают, как пользуется ремня. Please fasten your seatbelts and secure them tightly. This is how to close and how to open it. Темно, правда, но мы уже вот двигаемся, сейчас будем взлетать скоро. Все светится красиво так. Красота. Смотрите. Красиво. Ой, уже ничего не видно. Теперь я побывала и в туалете этого самолета. Вот, маленько, но нормально. Все, я прилетела в Киев. Вот так все здесь светится ночью. Боже. Камера, правда, не передает, но очень красиво. Ну что, все, я в аэропорту в Киеве прилетела. Что вам рассказать? Сижу я в аэропорту, жду утра.
Утром я сяду на маршрутку и уеду. Людей практически нет. Я, кстати, сижу в зоне, где улетают. Там, где прилетели, там нет мест, поэтому я пошла сюда. Вот. Очень красиво здесь. Ну, не знаю, мне этот аэропорт нравится. Красиво, все аккуратненько, все очень чисто. Так, порадовала меня Украина в этом плане, потому что мне много чего рассказывали. Как говорится, пока сама не увидишь, никому не верь. Не знаю, зашла я в туалет, мне все говорили, в туалетах очень плохо. Такие шикарные туалеты. Я, допустим, такого туалета в Испании нигде не видела. Я как-нибудь зайду, сейчас не хочу вставать, зайду, вам покажу. Там такая гигиена вообще, я в шоке, круто. У нас сейчас по украинскому времени 3 часа 22 минуты, вот. Я сижу и жду. Я поужинала бутербродом, соком. Так что сижу, жду. Ой, спать так хочется вообще. Это пипец, вон люди пришли уже. Уходят куда-то, ну, точнее, улетают. По-моему, в Италию летит самолет. Летят отдыхать. Кстати, слушала сегодня радио, сказали, что на улице в Украине 22 градуса. Я прилетела, а тут сказали, что 11 градусов. Слава богу, что я взяла с собой шарф, одежду, ну, теплую, что холодно было на улице. Вот. Утром я чуть-чуть пройдусь, покажу. Просто сейчас не хочу, все сидят, а я одна буду ходить. Я еще как-то не очень привыкла в Испании и одно это дело снимать, когда тебя никто не понимает. А когда ты ходишь, разговариваешь, и тебя все понимают, это, конечно, совсем другое, если честно. Вот. Ну что, сижу, отдыхаю. Хотя мне уже попа болит сидеть, если честно. Я в самолете 3 часа сидела. И тут еще мне нужно 6 часов, наверное, просидеть. Не, ну как 6? Час я уже сижу, еще 3 часа, это будет 6 часов. Нет, 4 часа, 6, ну, 5-6 часов мне нужно будет сидеть. 1 час я уже просидела. Какая я молодец, правда? Ой. У меня же, если честно, одно место болит сидеть. Вот, я пришла в туалет. Девчонки и мальчишки, ребята, кто сейчас кушает, перематывайте или ставите на паузу, я буду показывать унитаз, предупреждаю. Короче, смотрите, я такого даже в Испании не видела. Опача! Все, унитаз чистый. Гениально придумали. Просто гениально. Я серьезно. Супер. Смотрите, такого я тоже не видела. Аппарат свежими апельсинами, которые делает фреш. Круто. Стоит 20 гривен стакан. Прикольно. Вот, короче, тут продают хот-доги, кукурузу, вафли. Вот. Такой вот ларёчек. Доброе утро. У нас без 15:06. Я пью кофе. И сейчас буду завтракать вот таким вот, сырным шоколадным тортом. Такой торт такой, ну, типа запеканки. Вот, так что я буду завтракать. Всем приятного аппетита. Все, ой, вышла я с аэропорта. Иду на синенькую вот там остановочку. Я ее еле нашла, если честно. Мне сказали идти прямо, я пришла прямо, я ее не увидела. А еще... Мне нужно как-то туда дойти, чтобы меня машина не сбила. Тяжело, однако. Но, слава богу, там женщина стоит. Я ее видела в аэропорту, она в аэропорту работает. Так что, все чики-пуки. О, боже мой. Поехали. Что, ребята, я доехала. Сейчас нужно дойти до ЖД вокзала. Там найти центральный вход, и там меня встретят. Ой, слушайте, с этим чемоданом он весит больше, чем я. Это ужас какой-то. Ой. Так,
вот же ты вокзал. Тут церковь какая-то стоит. Людей побольше стало. Я пойду внутрь, а то снаружи холодно как-то. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.